Hi guys, welcome to my channel Vasya and Dehei. My name is Sergey. Thank you guys for watching our channel. Thank you for your support, for your comments. Thank you for your share this video. This is the biggest help from you guys. Today we are going to Alexei's house to visit him and try to talk with him. And for viewers who are watching our channel for the first time, I will tell you a little backstory. A week ago we came to Duminichi. This is abandoned village from Moscow. It's located about 300 kilometers away. A man lives there. His name is Alexei. He looks like an alcoholic bum, but it's not. There were some mysterious changes with his life. I don't understand why he looked like this, what for and what happened with him. I think it's most likely psychological trauma. And today I talk with people from his village and they told me he is really have a trauma, and trauma is related to the loss of his mother. I surprisingly managed to talk with him. His psyche is very weak and it's hard to talk with him. All the people from the village we asked say exactly that. Well, today we will try to do everything that we have planned. We will try to buy some clothes for him. Clothes are easy today, but getting him to wash, clean up, change his clothes, I think is going to be very difficult. But we will try. And please guys, subscribe to my channel, subscribe to my Instagram. There is a lot of photo and video. This is the biggest help from you. Привет. Привет. Это Серега. Мне почему-то все время штаны предлагают новые. Он же работал, мне сказали, работал учителем в Калуге. Ну и как он был вообще, как вот нормальный был ребенок? Чем хуже, тем лучше. Вы его родственник? Моя жена и его двоюродный брат. Это не из-за того, что он такой вот плохой, как вы говорите. Я думаю, немного вы не правы в этом. Просто иногда бесит вот такая непробиваемость людей. Самый лучший день твоей жизни, ты помнишь? Самый лучший день? Да. Я теперь нисколько не сомневаюсь. То, что произошло с Лешей, я полностью разобрался. Сегодня такая уже жара, раннее утро, а уже очень жарко. Я даже не знаю, с чего начать разговор, если честно, вот правда. Но постараемся поговорить. Дим, ты побудь здесь, я пойду туда, ты зайду. Не надо, а то он испугается, нас двое сегодня. Привет. Привет. Это Серега. Ага. Лёд, я тебе тут еще пакетик привез. Там еда, прям сразу же ее можно кушать. Она уже приготовлена, вон видишь тут это. Да я, спасибо, Серег, у меня просто бардак тут такой. Да ладно, ничего. Я буду сейчас это, я просто с твоим этим телефоном разбираюсь. Это твой телефон теперь. Да, спасибо большое. Да. Как твои дела вообще? Да так, потихоньку вот снял. А, руку? Да, но я пока сейчас это... Молодец. Сейчас она чуть-чуть это, может быть, в этот придет в себя. Угу. Может и ничего, вот тут. Ты в порядке. А ты мазал мазью там чем-нибудь? Пока еще ничего. Это я разведу марганцовочки тогда. Угу. Я в марганцовку прям это записал. Ага. Ладно, спасибо тебе большое. Да не за что. Руку не покажешь, как сейчас она? Сейчас пока, наверное, пока не буду. Да. Я бы к врачу ее просто хотя бы сфотографировал бы, да и все. Да что ее фотографировать? Ну, хочешь так сфотографировать, не знаю. Ну, покажи мне ее вот. Не, снимать не буду это, Сереж. Да. Потому что это, ну, вот так вот. Угу. Она, слушай, ты давно ее не открывал, да? Да нет, недавно, вот просто она... Угу. Такая вот тема. Леш, не хочешь, слушай, у меня к тебе предложение просто. Ну. Помочь тебе по здоровью. У нас есть квартира здесь. Да не, Сереж, сегодня. Помыться, не знаю, там что-нибудь, постричься. Да я, может, это сам схожу, там это. Чего нет? Да? Ну да.
я же не буду это напрягать никого. Я лучше сейчас буду это чуть прибираться тогда уж. Да? Ну да, потихоньку. Можете мешки какие-нибудь привезти? Не, не надо. Не надо ничего? Я сам тогда. Да? Это засыпаю. Мешки, да вот пакет я возьму. Ну, в пакетах сложно тут будет. Сначала, может, сюда накидаем. Тут на целую газель мусора вывозить. Я знаю. Как ты вообще с телефоном, расскажи, тебе понравилось? Узнал какие-нибудь новости? Телефон нормальный, там новостей, да. То, что все меняется, и пенсии меняются, и что-то еще будет меняться. Типа по играм, и куча там какие-то и женщины меняются, и мужчины меняются, все меняется. Да, да. Вообще происходит много всего. Ну, короче, ты новости, да, одни сейчас смотришь? Не, не только новости, я там сейчас про игры кучу, про музыку какую-то я там слушал. Угу. Несколько раз музыка вообще-то порадовала. Ну, классно. Ты разобрался, да? Ну, да, телефон я так это верчу, кручу так. Я раньше же геймером там был, в общем-то. Да? Ну, да, я играл. А во что ты играл? Да всякие игрушки. Там это, на компьютере. Всякую Call of Duty, да? Counter-Striker. Да-да, в общем-то, я кое-что играл. Но сейчас, конечно, не до них, а так, может, если все наладится. Там даже, я смотрю, многие взрослые, то, как бы, ну, вот сидят, как бы, с компом. Они как в своем мире в таком там сидят, и это... Да. И вроде что-то там рассказывают, показывают. Да многие в игры играют, вообще многие, там, да, за 50, да. Неважно. Не, некоторые люди там взрослые уже такие. Да. Я посмотрел, они свои там игры какие-то делают. Более-менее вроде как. Леша, а тебе скажи, одежда нужна какая-нибудь? Не хочешь? Свои? Насчет одежды. Да. Да не, Серег, я не буду напрягать тебя. Там у меня какая-то была это. Скажи, что, а то ты старую носишь, я тебе новую куплю, привезу, хорошую. Да, ботинки тебе хочешь классные привезу? Мне кажется, если у меня чуть-чуть здоровье пойдет, это я и сам смогу там потихоньку где-то заработать. Но тебе нужно шаги для этого сделать, чтобы да, вот, да, знаешь, честно тебе скажу, как, можно сказать, как друг. Чтобы тебе сейчас заработать, да, пойти на работу, надо себя в порядок привести. Честно скажу, да. Вот может это, быть, конечно, подводит, может быть, это да, не очень для тебя приятно и приемлемо. Ну, сейчас, еще бы я понимаю. Но я бы тебе помог, поверь, если бы мы с тобой изменили твой внешний вид. Я Сереж, тебе... это знаешь что? Я просто знаю, что это есть религиозные организации, которые, ну, не то что религиозные, есть организации, которые. Вот внешний вид стоят на первое место. И это, конечно, западники. Да. По большей части они придерживаются принципа ты такого. Чем да. лучше выглядишь, тем больше как бы навар вообще как бы идет. А некоторые на Западе сейчас да. мода какая-то другая. Я так игры посмотрел. Там, знаешь, у некоторых другая тенденция есть. Чем хуже, тем лучше для них. Ну а ты себя к каким относишь? Да ни к каким еще не отношу, не знаю даже. Просто так у меня получилось, как бы это. Вот, а там посмотрим. Конечно, я буду как бы это исправляться. Я же тогда же еще устраивался, когда до всех этих событий да. у меня была как бы такая возможность. Они же просто мне как бы отказали тогда. А там по трудовому ну, законодательству... Я тебя лично могу устроить себе, если хочешь. Да ладно, это... Ну. Чтобы тебе не как бы не это... Не ну, напрягать. У меня есть возможность. Я же говорю, до конца года, чтобы вот какие-то изменения. Там будет... какая-то, ну, я надеюсь, что движение это будет в какую-то сторону по-любому. Mm-hmm. Вот. До конца этого года хочу так посмотреть, что к чему. Алло, да, Серёга. Да, понятно. Да, знаешь, я хотел спросить, а вы с ним вообще общались как-то, вот, ну, в детстве там играли? Да, да. Ну, и как он был вообще, как вот, нормальный был ребенок? Ну, знаешь, был всегда вот прям тихий, ровный, там, ага. не кипишевал, не вот, то есть, как бы, он прям вот как рационально все. Угу. Ну, что-то у него вот замкнуло, да, то есть, какая-то вот... Ну, я говорю, потом, после смерти матери его понесло. Он же работал, несколько раз работал учителем в Калуге. Угу. Ну, то есть... Обалдеть. И, да, реально шаристый, ну, то есть, как бы, образованный угу. человек. Угу. Вот. Но, видимо, вот, ну, что-то психологическое, то есть, вот угу. прям перемкнуло и все. Да, конечно. Подходы какие-то такие нужны, именно с точки зрения психологии. Так вот, тот. Да, но это, наверное, только профессионал может сделать. Ну, и, да, и вообще, да. и таких, мне кажется, по пальцам пересчитать, кто мог бы такую сложную психологическую работу провести. Слушай, ну, у меня есть вот ну, такой прям врач. Ты бы не мог бы с ним поговорить насчет вот этой ситуации? Могу. Может, он как-то сможет помочь? Не знаю, мы бы его и привезли бы, и оплатили бы ему там вообще все, что угодно. Ты мне наберешь тогда, Андрюх, тогда, ладно? Да, да, только тебе не сегодня, а завтра. То, что они пишут про всякие там болезни, мне кажется, потихонечку получше станет. Уже все лучше, уже рука получше, Лёш. Улучшается.
есть процесс как бы постепенный, да, то есть как бы, а есть процесс как бы поступательный. Да. Вот поступательный, наверное, процесс это все-таки более правильный, чем где-то, конечно, нужно было ускоряться, где-то правильно. А что касается тебя все-таки, почему ты не хочешь, да, вот, не знаю, новую одежду, помыться, побриться, не знаю. Можешь не бриться, просто хотя бы вымыться. И руку Из-за аллергии. Из-за аллергии? Да, у меня же это, астматик я сам по себе. Так. У меня как только я начинаю себе это у меня как бы тоже такая с детства. И как только я начинаю, понимаешь, вот как бы я накапливаю какой-то опыт, и, ну, грубо говоря. Угу. И вот если сразу резко вот это все, я начинаю заболевать сильно. Как бы с точки зрения философской как бы науки, в рамках мироздания для некоторых одна секунда – это вся жизнь. А для некоторых куча там времени, это как может быть, то есть они, это может быть тоже, допустим, секундой, но только они ее проживают по-другому, понимаешь? У них другая как бы составляющая понятия жизненного цикла. Ну что, нужно потихонечку, как говорится, с собой там заниматься. Просто я такой гуманитарий по складу характера. Угу. Вот. Раньше, в общем, я гуманитарный сам по себе. Понял. Вот. Может быть, я где-то неправильно, конечно, чем-то мыслю, но я надеюсь, народ тогда подправит, потому что народ это как бы и есть мощь, сила там. Я нисколько не хочу, знаешь, как-то навязчивым быть, ни в коем случае напрягать тебя. Но если захочешь, давай вообще без проблем. Ага. Руку хотя бы твою сфотографируем, посмотрим, как да, она. Давай до конца недели, Серег. Я вот обещал, раз я обещал до конца недели, все, до конца недели я попробую как бы разобраться. Тем более, вот это мне будет нужно как бы все это собирать, убирать и потихонечку как бы решать вопрос. Что самое важное для человека в жизни вообще? Для человека. Ну, ты мудрый, да, человек, рассуждающий. Хреновый я человек. И если мне так досталось, то значит, наверное, где-то кому-то что-то я не понравился. Мне как дали. Я аж это улетел, там не знаю куда-то чего-то. Но я надеюсь, в общем-то, может быть, я где-то кому-то что-то не то сказал когда-то. Или еще ты что-то. Думаешь? Я думаю, вряд ли. Ну, хрен его знает. Знаешь, как в жизни бывает. Ну, самый лучший день твоей жизни, ты помнишь? Самый лучший день? Да. Что с тобой происходило? Это... Воспоминания из головы. Помнишь? Думаешь, я помню? Да хоть что-нибудь. Мне интересно. После таких событий, которые вообще же... Ну ты про себя это... скажи, вот оставь эти события. Ну, не знаю, если... Серег, можно я не буду отвечать, это ну, эмоционально тяжело. Не говори, конечно, если ладно, тяжело. Ну, как бы это с семьей, наверное, связано. С семьей? Угу. С родителями? Прости, я не хотел никак тебе. Когда они были счастливы, в общем. Когда родители были счастливы, да? И ты был, да, тогда счастлив? Да. Об этом просто как бы эмоционально тяжеловато вот это вот. Конечно. Говорить об этих вещах. Конечно, Леш. Ты прости, что я тебя спросил. Ничего. Просто я хотел... как бы близких людей всегда тяжело. Да, я понимаю. Я думаю, вот как бы память о близких людях – это главное. Да, это самое важное. Я просто хотел понять, может быть, в чем твоя проблема, понимаешь? И может как-то помочь в этом. Да, проблема-то… Вот поправлюсь. И проблема начнется решаться. Друзья, мы сейчас звоним родственнику Алексея. Алло. Алло, здравствуйте, это Сергей. Вот мы по поводу Алексея вам звоним. А, да, здравствуйте. Вы его родственник?
Ну, как сказать. Моя жена и его двоюродный брат. Короче, он двоюродный брат моей жены. Ага. Так, и вы вот сказали, что вам есть что рассказать? Да, как мы его из города забирали, как мы его отмывали, как мы его кормили, работу предоставили. А что все-таки послужило? Расскажите, вот что произошло, да, с Алексеем? Вот что с ним случилось, из-за чего он такой стал? Какой он был раньше? Ну, как жена говорит, он с детства был немножко повернутый. Работать не хочет совсем. А он вообще не работал никогда? Нет, никогда не работал. Он в клубе жил, или как в принципе он жил. Угу. Вот, потом позвонили соседи, уже начали жаловаться. Потому что тараканы, всякая антисанитария. Тараканы, вонище. Приехали, увидели квартиру, мягко сказать, были в шоке. Угу. То есть там все помойки окрестности были в квартире. Его забрали, потому что денег у него совсем не было. Там счета по квартире космические, просто долги. Жил у сестры, одели, накормили, отмыли. Угу. Потому что там отмыли прямо в тот же день, потому что рядом находиться невозможно было. Ну, понятно, представляю. Ну, жил у нее. Ну, а вам не кажется, что у него просто болезнь, шизофрения? Ну, да. Ну, это же и есть причина ездили, всего. Ездили, узнавали в больницу, как чего, что. Может, определить его, чтобы, ну, полечили его там, поработали с ним специалисты. Нам сказали, жестко нет. Он не приносит, ну, не представляет опасности для окружающих. Да. И только по решению суда. А по решению суда никак. Ну, вот он то в Калугу пешком сходит, то в Брянск пешком сходит. Ну, вот Думинчик, видно, прижился, там добрые люди ему дают на покушать. Угу. Делать ничего он не хочет. Видишь, течет, да и ладно, дверь отвалила, да и фиг с ним. Но это не зависит от того желания. Дело в том, что у человека болезнь, шизофрения, это как бы страшное дело. Вот, поэтому это не из-за того, что он такой вот плохой, как вы говорите, да, там, что он свинья там. Но он из-за того, что больной. Вот в чем дело. Он же просто себя может таким образом уничтожить, убить там, то все. Я думаю, немного вы не правы в этом смысле. Ладно, я понял, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Честно скажу, не понравился мне этот человек, откровенно. Хотелось ему что-нибудь сказать такое, но... Видно, что Алексей их, конечно, подвыбесил, но... Вот такое ощущение, что как будто, вот он так описывает, как будто Леша вот прям специально все это делал. Вот он такой вот, вот все засрал, вот он ничего не хочет делать. Да что значит не хочет? Он... В таком состоянии пагубном вообще, у него какие-то язвы там уже на лице, рука, возможно, гниет. Ну, он ленивый, типа, да? То есть ленивые люди могут себя убить, вы хотите сказать? Просто иногда бесит вот такая непробиваемость людей. Вот. Ладно, не обращайте внимания, я немножечко разозлен этим разговором. Иногда видишь, как нужно быть в жизни вредным и какой-то... плохой бякой, чтобы преодолеть какую-то серьезную, ну, серьезное что-то. Да. Потому что если быть в жизни везде, ну, таким этим, как это, скромняшей, грубо говоря, няшей, как они это говорят, то иногда в жизни можно по лбу такого получить, что потом всю жизнь будешь... Смотри, сегодня среда. Хорошо. И я через недельку приеду. Давай. Ты тогда, не знаю, если хочешь. Я буду убираться. Да, будешь убираться, да? Да, да, потихоньку хоть. Все. Я все. В эту в путь. Давай, я торт привезу. Серег, давай. К моему приезду. Вообще-то я люблю это. А я тебе сладенького там взял. Нет. Перекусишь. Мне уже все как бы есть. Больше можешь еды особо так не приводить. Хорошо. Мне хватит, Серег. Понял, хорошо. Ты с едой нормально. Все, Леш, я тогда поеду, не давай. Буду тебя это отвлекать. Я тебя буду. Привожу, да? Ну давай. Да. Мне почему-то все время штаны предлагают новые. Может, эти устарели. Это единственное. Давай я тебе штаны. Если штаны хочешь, привезу. Ну я не знаю, сейчас спортивные, что модно. Прямо сейчас тебе привезу, хочешь? А нет, не надо. Нет? Сейчас через неделю, да? Через неделю какие-нибудь штаны посмотри, что-то такое.
А то все смотрят, я вот это... Как это... Они потому что у тебя уже сползли, Лев. Как друг тебе скажу. Ладно, это... Да они не то, что сползли, а они, видимо... Это кто-то придает ему большое, наверное, значение, и это, видимо, это там не так важно. Давай я тебе вместе со штанами ботинки привезу, а то ты их стоптал. Ну, эти хорошие. Вообще-то оказались хорошие. Я тебе это... такие привезу, вот похожие на эти. Хочешь только новые? Спортивные какие-то? Ну, могу спортивные. Ну, смотри, какие. Какие сейчас лето же уже скоро. Да, тебя в них ноги будут преть. Все-таки. Это правило. Эти, ты смотри, они хорошие ботинки. Оказались более-менее, я думаю. Ну, ты их береги на зиму. Да, то есть более-менее, я думаю, там это. Ну, вот один только правый чуть как бы с легонца там это. Да. А так-то, ну, более-менее. Я тебе полегче обувь привезу на лето. И штанишки тебе привезу. Ну, ладно, пойдет? Сереж, да, пойдет. Все. И как это сказать? Как только я налажу все это, я думаю, за лето я... Разгребусь, это, тогда и это... В Калугу съездим. Да, и это, я как бы отдам тогда все, что это, все, что я должен там, это чего. Кому ты должен? Да мало ли, не, ну как, это, и с тобой как бы, это, тоже и тебе помогу, и сам. Леш, ну, у меня такая вот, знаешь, ситуация, что у меня все в порядке, и мне просто хочется тебе помочь, и это безвозмездно, абсолютно. Поэтому даже не переживай. За доброту, понимаешь? Как бы... За доброту лучшей наградой будет это просто одеть новые штаны и ботинки. Мне будет очень приятно. Все, спасибо большое. Не за что. И это... Ладно, я потом что-нибудь куплю, когда ты приедешь, я тебе какой-нибудь... Ну, сок какой-нибудь. Сок. Извини. Ладно, да что ты. Все, спасибо. Давай, все, пока. Удачи тебе. Давай, пока. Я теперь нисколько не сомневаюсь. То, что произошло с Лешей, я полностью разобрался. Я нисколько не сомневаюсь, что это психологическая травма. Это 100% психологическая травма, вот то, что с ним произошло. 100%. Потому что мы стали разговаривать. Я ему просто на него спросил. Самый счастливый, яркий момент в его жизни. Он задумался. Ему было очень тяжело. И он, наверное, так стоял. Не знаю, мне кажется, полминуты как минимум, даже минуту, я не знаю, и молчал. Потом сказал, что это связано с его родителями, с его семьей, когда семья его была счастлива. Все были живы. Вот это прямо чувствовалось, что это травма, которая до сих пор не зажила, и которая до сих пор сверлит его мозг, его сознание, и это именно то, что его вот так сломало. 100%. Поэтому я ни в коем случае сегодня не настаивал, не давил, не втюхивал какую-то одежду, там, идеи помыться, побриться. Вот так постепенно, по чуть-чуть, возможно, мы сможем раскачать ситуацию. Thank you guys for watching this video. If you like what we do, you can support our channel. All information you can find in description. Thank you guys. Text your opinion. This is really important for me. Be safe, guys, and see you in the next video.